В Гонконге с завтрашнего дня отменяют обязательное ношение масок в помещениях и на открытом воздухе. Об этом заявил глава администрации мегаполиса Джон Ли. При этом масочный режим сохранится в больницах и домах для людей преклонного возраста. Это решение приняли, так как в городе создали иммунный барьер. В последнее время не фиксируют прироста заболеваний коронавирусом. Ли считает, что восстановление обычной жизни в Гонконге благоприятно повлияет на его экономику. Напомню, ранее глава китайской дипломатии Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию коронавируса. Масочный режим был введен в Гонконге в июле 2020 года и регулярно продлевался.